Марийские народные приметы. Часть девятая. Какая будет зима? Мягкая осень к долгой зиме. Деревня Кокшан-Сала Медведевского района. Прохладная осень к холодной зиме. Деревня Красный Яр, Алык-Сала, Звениговского района. Первый снег выпадет в полнолуние, ожидается мягкая зима. В новолуние – холодная. Деревня Шуми-Сала, Сернурского района. Если ветер в Покров день с севера, зима будет суровая. С запада – мягкая. Село Ронга Советского района. Если осенью с деревьев опадут не все листья, жди холодной зимы. Деревня Канганур Кужанерского района. Осенью листья падают изнанкой. Холодной зиме. Деревня Маришой Кужанерского района. Осенний дружный листопад к холодной зиме. Деревня Большая Мушка Сернурского района. А если уродится много желудей, зима будет лютая. Деревня Нижний Турек Маритурекского района. Осенью трескаются кочаны капусты, жди морозной зимы. Деревня Большая Ноля Медведевского района. Если осенью кожица лука тонкая, зима будет мягкая. Деревня Кугушень Сернурского района. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока!